О, тихо, 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 тихо. You have earned this. Нет, 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 нет. Хоба, всем здорово. С вами, как всегда, ваш дорогой братишка, и мы с тобой продолжаем играть во FNAF Help Wanted 2. Всем я желаю приятного просмотра, приятного аппетита. Не забудь поставить свой жирненький царский лайкосик, да, братишка, и залетай в Телеграм. Короче, ребят, нам нужно концовочку получить. Сейчас у нас пятый герой, я так понимаю. Давай, давай, заводи. Ох ты, Golden Freddy или что? Смотри-ка. Ну-ка, сюда вот. Сюда ставим, отлично. И остался последний. Все, ребята, остался последний у нас аниматроник. Такс. Ну, чтобы его получить, я так понимаю, нам придется попотеть. Да, ребят? Так, сейчас поднастроим мы тут немножечко. А, вот так вот. О, ну наконец-то музыка вот эта веселая началась. Так, ну правда, нам придется недолго ее слушать, потому что надо маску снимать. Да. Так, блин, ну придется мне сюда идти, ребят. Ну придется. Все, let's go, стартуем. Я, правда, ребят, как вы понимаете, немножечко тут уже поиграл, и честно скажу. Так. Ага. Тихо, 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 тихо. Так, что нам нужно, ребят? Раз, два. Так, ушко есть. Офигеть, тут серебрянка. Ух, какие глаза клевые, кстати. Слушай, мне это нравится. Смотри, какие они красивые, с блестками. Так, время, 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 время. Так, есть пятерочка. Пятерочка, ребята. Опс. Восьмерка. Офигеть. Так, все. Том, ребята, как тебе такой шедевр? Дорогой. Так, мы с тобой. Блин, мне кажется... Ой, ну сейчас вот начнется. Сейчас начинается... Боже, бедный бот. Так, что нам нужно, ребят? А, время. Жесть, дружище, успокойся, успокойся. Так. Время пока не идет? Или что? Пока не идет, да. Так, то есть мы начинаем сначала... Давай. Опс. Все. А, ну тут, в принципе, легко, ребят. Если так... Если так, то это вообще изи. Отлично. Побольше. Побольше. И аккуратненько. Так. Сюда маленькую. Сюда. Еще две пуговички. Такс. Быстрей, быстрей, быстрей. Вот как раз. Все, по идее, она готова, ребят. Вот честно скажу, идеально. Ты смотри какая. Все. Ну? Как, на проверочку? Шедевр? Блин, я что-то чувствую, что сейчас так будет вообще жестко. Так, понятно, сейчас разукрашивать. Ну, главное, чтобы время не шло. А так, так, ребята, вообще-то изи. Я что-то думаю... О, остались присосочки, смотри. Так, что нужно? Что нужно, значит... Мишаня, где ты, где ты, где ты, родной? Чё ты все прячешься, а? Такс. Так. Ой, я и туда, и сюда попал. Короче, он тут сейчас будет, естественно, побыстрее ходить. Так, пуговка одна всего. Прикинь. Так. Оранжевая. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Вот так вот. Вот так вот. Так, это семерочка там будет. Все, ну четверочки хватит, я думаю. Так, давай, сразу тебя. Опс. Нога одна вот такая вот будет. Интересно. Так, надеюсь, отличаются. Ну, что-то я. Дай бог, дай бог! Все, уходим, 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 уходим. Давай, 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 давай. Пятерочка. Так. Блин, быстрее. Что я забыл, ребят? Что я забыл? Только, наверное... Так.
Блин, я как-то вообще очень долго делаю, извините. О, какая пуговка. Глаз еще один. Вот. Все, принимай работу. Ура! Ребята, все отлично. Слушай, ну это оказалось легко. Это реально оказалось легко. Я почему-то мундроп. Так, хорош. Все, возвращаемся. Кстати, мне написали в комментариях то, что оказывается, ребят, гиппопотам как раз вот всякие знаки вот эти оставляет. Вот оно что. Всякие различные. Больничка. Опа. Ну, что-то реально новое, смотри. О! Опа. Ничего себе. И куда? Вот так вот можно? Привет. Исчезла. Ну, это прикольно, что я перенес эту маску. Так, а концовки, как ты видишь, пока нету. Нету. Так, здесь мы все прошли. Отлично. Давай смотреть дальше. Па-па-па-па-па-па. Вот тут вот сейчас будет жестко. Карусель пройдена. Тут, в принципе, тоже все пройдено. То есть, ну, начнем, давай. Опять надо хелпи будет лечить. Блин, хелпи. Ладно, погнали. Сейчас вылечим тебя быстренько, не переживай. В моих руках-то. Ты что? Ой-ой-ой-ой-ой, что это за жесть там? Так. Ага. Опять же, с глазами. Я уже, если честно, даже подзабыл. Низкий уровень заряда провокан. Ну что ж такое-то? Так. Ага. Так, если он сейчас будет орать... А, нет, все, он не орет. Отлично. Алло? Что это такое? Не, реально, что? Телефон. Так. Ага, ага. Фокси? Держи. Ты мой хороший. Ну, слушай, я прям Сейчас вообще профессионально хорошо все делается. Че у нас? Температура, значит, да? Конфетки. Ну, как? Нет, по-моему, не такие. Господи, малярия. А какие давать-то, блин? Такие? Капец. Офигеть. Просто офигеть. А что нужно сделать? Ну-ка, погоди-ка. Это первый раз у меня такое. Вот по этому телефону? Алло, алло. О. А чё она вдруг пришла? Ой, держи конфеточку. Молодец, мой хороший. Так, теперь вот это будет открыто, и это очень печально. Что-то... Офигеть, погоди, не надо, не надо, не надо, не надо. Офигеть, ее ручища уже там. Так, блин, а где мне... А, вот. А, все, хорош, как новенький. Починили. Так, с ногой проблемы, с рукой проблемы. А, ну, в принципе, тут все просто, да. Ребят, тут, в принципе... Так. Так. Все, дорогой, смотри, как все хорошо. Так. А это сюда. Да. Отлично. Ей! Не, ну в принципе можно. Можно проходить вообще спокойно. Блин, а это что такое? Память какая-то или что у него там? Так. Всякий случай, вот это надо взять. А, опять рука. Так. С этой все найс. Что там с тобой еще осталось?
Ну. Уи. Уи. Так. Во. А. Так, что-то чувствую, ребята, что лучше. Офигеть. Так, пультик надо как-то... Вот это я успел. Реклама вантузов. Те вантузмен. Все? Молодец. Ура! Слушай, ну легко, вообще хорошо. Научились. Хорош! Слушай, мне понравилось, вообще прикольно. Такс. Все найс. Скрэп бэйби. Блин, так, идем дальше. Идем дальше, друзья. Отлично. Слушай, ну по идее сегодня можно было бы все и пройти до финала. Так, здесь мы молодцы. Я, блин, еще одну маску. Еще, оп-оп. Снять уже хочу. Так, вот что. Опа. Учить надо. Ну-ка, погоди-ка, вот это интересно. Энда. Новый Энда. О, ё-моё. Ну, начинается. Ну, в принципе, я думаю, ничего такого прям супер страшного сейчас не будет. Here, young animatronic endoskeletons learn how to associate with guests. Motivation chips encourage our youth to one day develop a personality and become the next Freddy, Chica, or TBD Pizza Plex star. Think of the staff bot in front of you as a blank canvas. It is time for behavior training. Reveal the matching behavior cards to help them understand what is expected of them in normal, everyday human situations. Do not, under any circumstances, show them a mismatched pair. Эти крюки мне не очень нравятся, ребят. А, ну, в принципе, вот, используется хорошо, что там, пальто или что там подвешено. А, ну тут голова, например. Так, дружище, давай смотреть, давай смотреть. Типа надо запомнить. Вы чё, офигели, говнюки? А куда вы толпой-то? Ой, блин. Так. Всё. Всё, я понял, ребята, чисто по фону можно спокойно совмещать. Ну а так, да? Кушать тортик. Так. Мита. Все, то есть даже к нам не подходит, если мы быстро все делаем. Ой, high level. Так, так, так. Так. А, ничего. Чего страшного? Спокойно, братишка, спокойно, да. Слава богу, у нас есть. Офигеть, он такой злой. Да я понял, понял. Все, найс. Раз, раз. Раз, раз. Блин, как-то непонятно тут. Угу, понял. Давай, показывай. Что там надо? Тортик. Все, спокойно. Ура! Молодец! Мой говнюк, научил тебя. Фиг знает чему. Квас. Как квас жрать. Каждый день выпивать по одному литру. Научил все-таки, а? Так.
Возвращаемся. Ребята, возвращаемся, смотрим, что сейчас у нас. Так, что нам осталось вообще? Так, еще раз кликаем. Так, здесь мы все прошли, отлично, здесь тоже, здесь тоже, здесь тоже, здесь тоже. Все, осталось Sister Location, по идее, и все. То есть раз, два... А, все, только две? Ой, блин, а это что у нас такое? Погоди, погоди, погоди. Ой, ну это я вспоминаю. В принципе, если тут есть мегафон, то мы быстро все сделаем. Ой. Да скелет. То есть, по факту можно, ребят, смотрите, тут вообще страшного ничего нет. Просто зажимать и все. Мегафончик. Видишь, он как бы просто стоит и все. Ничего сложного нет. И все? Или кто-то еще тут будет? Но тут только проблема такая, что когда мы сейчас рычаги-то начнем, ну то есть по одному первые вообще изичные. Вот следующий это капец. Пока изи. Может начать с самого начала, знаешь, с двух как раз? Хм. Да, вначале чисто с двух начинать. И только потом по одному. Знаешь, на сладкое, скажем так. Так. Все. Ой. Так я же зажал. О. Ну, они, в принципе, быстро. Я не знаю, тут так темно. Ну, в принципе, видно его, да, но... Так, погнали. Что ты, где? Все, возвращайся домой, я тебя вижу. Где? Что там, труба шевелится или что, или мне показалось? Да вижу я тебя! Михалыч! Михалыч, возвращайся домой! Иди слип делай! Вот, молодец! А я пока вот что поделаю. Михалыч, домой! О! Ой, Михалыч, ну куда ж ты идешь-то, а? Все. Тут, ребята, извините, но надо его сейчас это, домой. Домой иди. Молодец. Умница, молодец. О, какая ты умничка. Вот. Все, успокаиваем, все. Найс, ребята. Не, ну это было легко. Вот по мне так это самая легкота. Потому что просто мегафоном спамишь. Пау! Все. Вот с эндоскелетом было забавно. Так-с, найс. Так, что у меня тут? Ага. Сейчас немножечко мы тут вот так. Найс. Так, давайте поглядим, что у нас дальше. А дальше, по идее... Слушай, ну концовку, по идее, можно уже получить. Чё думаешь? Раз последний уровень-то. Давай так и сделаем туториал. Так, чё у нас тут? Угу. С ног. Ага, понял. Балора. Угу. Ой, блин. Погнали. Блин, если честно, у меня желудок сейчас прям заурчал, ребят. Жрать так захотелось. Так, надо шокировать. Ага, то есть когда там марионетки маленькие всякие различные будут. Ладно, давай врубаем. То есть, что у нас есть? У нас есть вентиляция. Что теперь? Так, правильно сделал все, не? Блин, у меня... Сейчас, секунду, ребята. Ну... Вначале ничего страшного нет, как я понимаю.
понял. Что страшного? Так, вентиляция вижу. Шок не работает, кстати. Ты офигевшая штука! Это было... неприятно. О, погоди. Что? Это... Блин, я только увидел, я... увидел, что замка-то нету. Так, 3 часа. Блин, ребят, пошли отсюда вон. Окей, говнюки, смотри, что делаю. Ну, слушай, чё-то как-то 3 часа 45%, чё-то... Ну, ладно, спасибо. Ну, может, ещё выживем. Стоп, тут типа код надо, ну-ка. 1900. Хорош, нифига себе. Спасибо за ручку. Ну-ка, пошли отсюда, пошли. Смотри, что делают, а. Ну, это забавно, конечно. Так, этот скоро придет, 63%, 2 часа. Ну, слушай, да нет, мы точно выживем. Все, найс. Так, что у нас? Ой, перепутал. Перепутал, но ничего. Так, ну что же, друзья, все, я разобрался с этими маленькими марионеточками. Вот. Так, не надо, дружище, не надо, пожалуйста. Тут никого. Вентиляция. Так, короче, смотри. Как только находим на камере, да, где-нибудь. Вот, шок. Все, и нормально, видишь? Не тратится. Что у нас там? Ага, идет слева. Понял. 50%, 3 часа, все идеально, ребята. Все идеально. И вот смотри, замочек тут повесили. Так, окей. Так. Короче, сейчас слева будут, если что. Надо посмотреть, чтобы я точно дотянулся до кнопки, блин. Так, хорошо. Вентиляция есть. Где, где, где ты? Найс. Ну, относительно. Хотя 38%, 4 часа. Хорошо, хорошо, да. Так. Осталось, в принципе, немного. Так, где мы, дорогие? Опс. Тут никого, тут тоже никого. Блин, даже как-то скучновато уже. Что они не идут? Давайте толпой на меня. Так, а где? Что-то, кстати, не вижу. Они постоянно тут были просто. Нет. Где? Где? О, найс. Тут никого. Сейчас вот тут вот полетит. Тут. Так, тут найс все. Так, 5 часов, 18%. Я думаю, все отлично. Да, ребят, 16%, мы выжили. Блин, я думал, на самом деле даже будет посложнее. Так, чем еще тут заняться? Идите нафиг. Ля, сколько вас тут, а? Так, самое важное вы меня сейчас блокируете, говнюки. Так, 11%, 5 часов, я думаю, выдержим. Даже если будет 2 шкалы у нас. Все, дружище, уходим. Mm.
Так. Ну, мы выиграли, так или иначе. Отлично. Блин, ну это прикольно, это очень прикольно, ребят. Так, все, это последний уровень, реально. И вот сейчас интересно, возвращаемся. Нет. Что-то изменилось, да, опять ты начинаешь. Погоди, стоп, но это же был последний уровень, разве нет? Окей, смотри. Погоди, стой. А тут, кстати, тоже, смотри, папочка есть. Может, она потом откроется, я даже не знаю, ребят. Так, ну давай, идем следующий. Циркус Бэйби? Фантайм Гэнг и Фокси? Ё-моё. А используйте мистера Кейка, чтобы приманить Чику, короче, в разные стороны. Чика очень голодная, будьте осторожны. О, окей. А типа что, закрыть дверь нельзя? Или что? Привет, дружище, ты что такой злой? Ты что такой злюка? Так, ну, давай смотреть. Значит, Чика, я так понимаю, сейчас по левой стороне будет у нас ходить. О, а вот и Фокси, кстати, ребят. Вот и Фоксиш. Фоксяш. Так, да, она идет за нашим дорогим. Угу. Блин, ну на кой фиг ты тут, а? Чё ты тут забыл? Не, ну, конечно, прикольно, я бы тебя, если честно, бы украл бы, родного. Что теперь? Нифига себе. Бон-бон. Так, понял, Чика, давай-ка туда. А, так, тут открываем. Открывайтинг произошел, ребята. То есть Чика сейчас должна, по факту, пойти обратно. О, нет, погоди. Дружище. А где Чика-то вообще? Вот я же поменял. А куда она вообще делась? Вот Чика, да, смотри. А где наш дорогой... Так, они с Чикой вместе. Блин, это так прикольно, если честно. То есть за Фокси реально надо, по идее, следить. Слушай, он не только в одну дверь. Блин, я почему-то думал, что только в одну. Давай, на всякий случай закроем. То есть... Ага, вот, в принципе, вот так вот можно это все. То есть одну закрываем сразу же, а тут чисто наблюдаем. Как только камера раз, у нас время будет, кстати. Так, Чика пока идет туда. Бон-бон. Слушай, мне нравится, действительно клево. Вот этот уровень очень прикольный. Где? О, привет. Привет. Чика, по идее, должна перебираться. Все, тут ушли. Вот, Чика, да, перебирается. Если что. Так, ну и смотри, мы просто-напросто сейчас закрываем здесь дверь и смотрим другую камеру. Все легко. Раз. Если вдруг побежит так, то закрываем. Ага, не бежит. Все. А, привет. Так, Чика. 3:59. Какой он хороший. Боже, острые зубки. Какие же острые зубки тебя. Так, тут уже пора как бы открывать, а то что-то я зря так. Давай. Ну, кстати, я заметил, постоянно направо ходит и все. Что там по Чике? Сейчас уже появляется.
Какая она? Блин, ну красиво, слушай, красиво. Так, убираем сюда. Двери закрываем. Сюда смотрим. Я даже не знаю, стоит ли так делать. Привет, кстати. Открываем. Ага, она тут. Все, вентиляция. Так, 40%. 40%, ребят. Пи-пи-пи. 4 часа. Слушай, ну если Фокси меня убьет, я просто офигею. Сейчас поглядим. Так, она уже тут. Угу. Прикольно. Так, 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 уже скоро будет, уже скоро будет. Так, вон они с Чикой. Бон-бон? Угу. Ну вот, теперь, кстати, где он побежит? Все, найс. Чика. 5 часов, ребят. Найс. Чика почему-то там еще. Должна быть здесь. Слушай, 20%. Вот сейчас будет очень интересно. Блин. Ну как-то так себе все. Так, перемещаем пока. Вот, смотри, Фокси уходит. Я понял прикольчик. Чё, звук? Чё за звук там? Все, ребят, прошли. Найс. Я так и думал, что под конец чисто будет вот такая вот подстава, что Фокси слева. Либо, знаешь, закрыть две двери, и он чисто по вентиляции сразу. Вот это было бы, конечно, интересно. Фантайм Чика. Так, отлично, ребята. Найс. Ну что же. Не, похоже, еще один уровень нас ждет. Да ну нафиг еще. Циркус Бэйби. Она хочет поиграть. Так. А, надо светить фонариком. Red light, green light. Ух, блин. Ой, блин, в темноте зеленый фонарик. Так, ладно, короче, сейчас разберемся, я думаю. Любит прятаться. Прятки. Использую камеры, чтобы найти каждую плюш Бэйби и шокировать ее. Ладно. Так, что у нас есть? So да, темно. Давай. Ты будешь боссом? You better check the cameras. When you find her, give her a... Я так грустно сказал. Ладно, ладно. Поиграем мы с тобой. Да не, на самом деле это просто офигенно, ребята. Вы поглядите на это все. Так. Каждую найти прям надо. Я нифига не вижу. И где ты? О! Есть! Еще находим. Текс. Ага, появилась. Появилась. Есть.
Не, ну прикольно. Хорошо, хоть электричество, как бы, ну, двери не закрываются. Ребят. Так, это там... Не. Хм. 12. Время-то хоть будет идти, или оно... Остановилось. Так. Не, походу мы тут на вечность застряли. Спасибо. Спасибо. Так. Чё? Ready. Да готов, готов. Походу будем... А... Чё по звукам-то? Где? Откуда? Чё? А где? Та-та-ра-та-та-та-тан. Офигеть. Стоямба. Стоямба. Стойте, стойте на месте, пожалуйста. Да ёшкин кошкин, вы чё, блин? Тихо-т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 ихо. Стоямба, стоямба, стоямба. Вот это прям вообще очень близко ко мне сейчас. Блин, маленькие. Да, ух, есть. Есть. Я смог. Ура. Спасибо. Спасибо. Так, короче. Все заново, конечно. Блин, ладно. А, вот так вот мы, значит, еще прячемся. Ничего себе. Где? Ого! Ничего себе! Она вот здесь может быть. Так, ладно. Так. Слушай, вот это прикольная мини-игра. Че, тут где-то? Давайте, блин, еще из... Еще сзади. Ну ладно, они как бы это, по звукам нормально можно определять. В принципе. Привет, привет. Что, где? Что, еще кто-то есть? Да блин, они все ускоряются, ускоряются. Да, я в безопасности. Где? 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 Офигеть, они Офигеть, они прячутся, блин. Куда ты там? Под столиком. Ничего, да капец, ну сколько можно-то? Ну все, завязывайте! Слава богу, слава богу. Спасибо, спасибо. Спасибо. Так, все? Все, на этом игра зак...
А, блин. Блин, ну это в самом начале вот это было. Ладно. Спасибо. А чё? Электричества нету? Ну, чуть-чуть. Чуть-чуть есть. Так, понял. Все, фонарик можно пока положить. Все, появилось. Будет забавно, если я не найду. Так, давай дальше, 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 дальше. Так, идем, идем дальше, идем дальше. Он зубы заговаривает. Так, ладно. Не, ну тут уже осталось. Я, в принципе, должен пройти уже, ребят. Уже, прикинь? Фига себе, как быстро. Че? О, тихо, 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 тихо. Нет, 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 нет. Ну, ты меня не затащишь? Ням-ням-ням-ням. Да, я схавал, нормально. Вкусно, кстати, мороженое. Кайф. Спасибо. Нифига себе. Фу. Вот это, конечно, прикол, ребят. Я, если честно, думал, реально там она, не дай бог, нас засунет внутрь. Это жесть будет. Да. Так, ну ладно. Ладно, отлично. Отлично, друзья. Вот так, циркус бэйби. Так, ну хорошо, слушай, ну мы все уровни теперь прошли. Все, да, да, ребят, все, наконец-то концовочка. Боже ты мой, ура! Ох ты, блин, марионеточ. Сюда. Ну как там? О. А, о. Ой, это побольше уже подарочек-то. Ну, типа Мегатрон сейчас, да, будет? Вот он, видишь, весь. Ой. Ой-ой. Чё, блин? Ребята, тихо-тихо-тихо. Что? Офигеть. Серьезно? Отсылочка на руины, ребята, да? Так, что у нас теперь? Что тут? Блин, ну хорош, ребят, хорош. Слушай, мне капец понравилось. Возможно, есть еще концовки. Надо поглядеть, ребят. Надо сейчас поглядеть будет. Ну это, ладно, это, наверное, в следующем ролике все-таки будет у нас. Вот. Та-ра-тан.
Ну слушай, ну хорош. Хорош, ребят. Так, ух, нифига себе. Ребят, все, ну попробуем поискать в следующей серии новенькие концовки, если они есть. Вот. Обязательно ставьте лайкосик, взлетайте в Телеграм. Бай-бай, дорогие братишки.